ви займаєтесь дійсно благородною справою, і ця молодь, це теж, до речі, було кілька дітей, ну, дітей вже, вони студентами стали, вже 2 роки пройшло, теж з Донеччини. Ну, чим вони, діти Донецького краю, Донбасу, відрізняються, ну, як кажуть тут, відрізняються від інших? Да нічим. Дети всегда есть дети, и дети, понятие дети – это возраст от 0 до 18 лет, поэтому и студент относится тоже к, в общем-то, категории ребенка. А дети не отличаются ничем, дети рисуют, дети лепят, дети танцуют, дети поют. Сейчас все дети хотят мира, все дети хотят жить с мамой и папой в своем родном доме, поэтому, в принципе, вот в пожеланиях, в поступках – ничем, а вот в условиях, в которых дети проживают, естественно, отличия есть. Особенно те дети, которые живут на неподконтрольной территории, и дети, которые живут в серой зоне, то есть зоне, которая наиболее часто подвергается обстрелам. И вот там уже отличия наиболее так ощутимы. Это и, конечно же, то, что дети, к сожалению, узнали, что такое война. Дети узнали, что такое прилет. Они различают типы стрелкового оружия, типы оружия... Снаряды, да. Дети ориентированы на то, что они могут стать заложниками минно-взрывной травмы. И это очень серьезная проблема, потому что по количеству минно-взрывных устройств Украина сейчас 7-е место занимает в мире. И у нас очень высокие среди смертности, высокая смертность среди гражданского населения от минно-взрывной травмы. Ну, естественно, многие дети не могут ходить в школу, потому что когда идут активные обстрелы, естественно, ребенок прячется с родителями в подвал. И, наверное, вот особая характерная особенность – это то, что дети... Вернее, родители боятся этих детей далеко от себя отпускать, потому что расставание – это неизвестность, это непонимание, что будет. Цілком зрозуміло. Ну, батьки, мы с вами теж батьки. Конечно. Конечно, поэтому, а так, в принципе, дети есть дети. Но этим детям после завершения боевых действий, они завершатся, понадобится, несомненно, серьезная психологическая, психотерапевтическая помощь, потому что это не прошло даром. Эти вот годы, уже 2 года, они сказались и на внутреннем мире, и на состоянии психологии, да, и на состоянии здоровья в целом человека. Ну, у вас уникальна организация, которая, мабуть, что єдина займається цим. Адже, от ми з вами говорили, понад 1 мільйон дітей, що переселенці, що там, це ж це майбутнє, а... Вы знаете, не наша организация не единственная, я не хочу приписывать лавры, у нас много организаций, много благотворительных фондов, которые, в принципе, занимаются тоже вопросами детства. Мы действительно считаем, что вопросы детства – это приоритетное направление, мы взяли для себя ряд приоритетов, в том числе помощь переселенцам, но среди переселенцев, естественно, львиную долю занимают дети. И сколько детей осталось на неподконтрольной территории, сколько детей выехало с неподконтрольной территории, и проживают сейчас в разных уголках Украины, на сегодняшний день такой точной цифры нет. Статистика вся, которая будет и сегодня звучать, и кто-то к вам будет приходить на передачу, я хочу, чтобы вы понимали, статистики достоверной нет. Мы, что особо тревожит, мы не знаем, сколько детей из Донбасса уехали за пределы Украины, а у нас есть дальние, ближние, зарубежные, где дети уехали. Конечно. И в Польшу принимают. Конечно. Очень многие страны принимают, многие родители уезжают, многие родители, которые переезжают на подконтрольную территорию, не регистрируются, им не нужна различные виды социальной помощи, им не нужна поддержка государства, они идут вперед сами, и детей, и свои семьи не регистрируют. Поэтому все это накладывается на статистические данные, поэтому все, о чем мы сейчас говорим, это приблизительно, это чисто арифметические расчеты от того, что было до войны, от того, что сейчас зарегистрировано в органах социальной защиты, и то, что проходит по службам по делам дітей і ЦСМ. Ну, от ви везете гуманітарну допомогу і, звичайно, намагаєтесь, щоб це цільово потрапило?
Вы знаете, мы, естественно, гуманитарный аспект у нас тоже есть, и мы оказываем гуманитарную помощь, причем мы взяли для себя ряд категорий, мы не оказываем всем помощь. Это семьи, которые воспитывают усыновленных детей, это приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, которые взяли детей под опеку, это многодетные семьи, это семьи, в которых воспитывает мама одна ребенка, семьи с инвалидами, но мы делаем акценты на одаренных детях, на талантливых детях и стараемся, в общем-то, этих детей дать им возможность проявить свой талант, принять участие в региональных, всеукраинских и международных конкурсах. Вот такие, в общем-то, случаи у нас были. Ну, звездочек много? Ну, вот, вы знаете, да, я хочу сказать, что наши дети принимали участие во всеукраинском конкурсе «Соловейка», который проходил в марте этого года в Миргороде, и вот там было очень много наших победителей, мальчики, девочки, действительно прекрасные голоса, талантливые очень. Мы помогали нашим детям выехать и в Прибалтику, и в Бельгию, и одна из девочек стала победителем конкурса в Бельгии, поэтому мы стараемся, чтобы дети смогли показать свой, реализовать свой талант. В конце мая, накануне дня освобождения детей, мы провели футбольный матч, турнир, 4 команды детей Луганской области, 4 команды детей Донецкой области, он прошел в Светогорске, мы назвали его «Матч мира». Ну, наверное, это амбициозно, может быть, не совсем скромно, но тем не менее, это мечта любого мальчишки, да и девчонки, собственно говоря, ну, поскольку футбольные команды, то мальчишки, это мечта о мире. И вот 4 команды, младший, средний возраст, Северодонецк, Попасная, Бахмут, Славянск, Краматорск, вот они сражались между собой. Но в конце, вот чем завершился матч, естественно, были победители. В младшей группе это была команда Северодонецка, в старшей группе это было выехавшее из Донецкого училища Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Помимо того, что они получили призы, получили футбольные мячи, мы попросили всех их загадать желание. Вот они загадали желание, и каждому был вручен белый шар с символом нашей организации, Фениксом, и вот мы сказали ребятам: ребята, отпустите шар, ваше желание исполнится. Это было очень символично, и вот потом, проводя опрос, какое же наиболее частое желание, которое загадывают дети. Это мечта о мире, о возвращении домой, о том, чтобы воссоединились семьи и все жили в своих домах. Много еще вот в планах. Эта война, к сожалению, не сегодня еще закончится. Как планируете вы дальше вести работу? Так же, как было все, потому что у вас сразу же появилась стратегия, вы сразу, очевидно, определились. Ну, вы знаете, вот мы сейчас проводим, реализуем программу минной безопасности. И вот именно в серой зоне мы проводим цикл тренингов с преподавателями, с учениками общеобразовательных школ, с медиками, которые работают в центре экстренной медицинской помощи, то есть на бригадах скорой медицинской помощи. И на что направлены эти тренинги? Первое – это безопасное поведение, то есть это обучение тем правилам, что нужно делать, если ребенок или преподаватель увидели предмет, который, ну, представляет некую опасность. Что нужно сделать, если кто-то из компании ребят подошел близко к этому предмету и пытается до него дотронуться? Что нужно делать, если произошел взрыв, алгоритмы действий, как нужно себя вести? И первые приемы самовзаимопомощи при минно-взрывных травмах. Очень тяжелая травма. На сегодняшний день мы принимали участие в международной конференции, приглашали международных экспертов, Молдавия, Грузия. И на сегодня В сегодняшний день появляется новый термин – психотравматологическая помощь. Психотравматологическая, то есть наряду с вот теми реанимационными мероприятиями, которые проводят традиционно и травматологи, и врачи скорой медицинской помощи, нужно проводить уже психологическую помощь, потому что эта травма, несомненно, вызывает особый поворот сознания. Человек, когда лишается конечности, когда получает ранение, которое очень долго требует реабилитации, а возможно в дальнейшем и протезирования, накладывает отпечаток на психику. Что касается взрослого, что касается ребенка. Поэтому в серой зоне, в Маринском районе, ну, я думаю, что вы знаете, эти пункты, конечно, Лисичанск, это. Дальше Мариуполь,
волновах, а вот мы будем проводить... Ну, вот одной из проблем детей, серой зоны, вы уже помнили. Конечно. Да, вот, ну, то есть вот, вот такая вот ситуация. Много работаем с детьми переселенцев, потому что ну, дети, когда отрываются от привычной среды обитания, когда переезжают в новые условия, они по-разному адаптируются в новых условиях и проживания, и учебы. Есть дети, которые становятся лидером и ведут за собой коллектив. Есть дети, которые входят в общую массу. Есть дети, которые становятся предметами насмешек, которые становятся предметами... Да, ровесники очень жестокие. Ну, дети вообще жестокие по отношению друг к другу. И поэтому вот если у ребенка определенный склад психики, и он позволил, чтобы над ним стало вот верховенство других детей в коллективе, он зачастую становится вот изгоем. И психологическая помощь – это один из аспектов, которые, в общем-то, мы реализуем в рамках своих проектов Центра консультативной помощи. Мы открыли уже 3 центра консультативно-социальной помощи, и психологические консультации – это вот то, что одно из направлений, по которому мы работаем с детьми-переселенцами. И действительно, они не все живут в комфортных условиях. Мы часто знаем, что ну, власть не в состоянии обеспечить семьям нормальное проживание, это тоже... Ну, на сегодняшний день у нас только несколько регионов, которые построили модульные городки, Днепропетровская, Харьковская область, остальное, все переселенцы жилье снимают. Мало кто может купить, ну, кто-то покупает, естественно, кто-то снимает. Съем жилья, ну, на примере киевских цен, вы знаете, насколько это дорого, а вот та помощь, которую получают недоспособные, трудоспособные члены семьи, 882, 441 гривна, но, конечно же, это не та сумма, которая позволяет не только выжить, но элементарно... Прожитый тиждень хотя бы. Да, даже, иногда и неделю. Да. Да. Да, ну, разные бывают расходы. Перед школой, естественно, дети требуют больше внимания, и школьная форма, и предметы канцелярские, и учебники. В ряде случаев все это, конечно, требует больших затрат. Поэтому сложно живут и переселенцы, да, впрочем, не только переселенцы, сложно живут весь народ Украины, но переселенцы особенно, потому что они вынуждены были покинуть свои места, и родные, насиженные, зачастую разъединить бабушек, дедушек, второе поколение детей. Ну, это ужасно, конечно, то, что сейчас происходит. Так, и знову-таки повертаючись до того, що війна ще не скоро закінчиться. Но это никто не знает. Но... Вот вы знаете, я все-таки оптимист, и мне очень хочется, чтобы война закончилась скорее. Ну, у нас же, вы же понимаете, что у нас, это мы с вами говорим война, и понимаем, что это война. В принципе, у нас идет антитеррористическая операция. Но на самом деле, конечно, для детей это игра словами. Война, это самая настоящая война. Война, в которой гибнут, которые получают ранения. Война, которая разрушает. Разрушает не только инфраструктуру, да, она разрушает семейные связи, она разрушает сознание, она разрушает психику, здоровье и многое-многое другое. Скоріше, звичайно, але ви бачите, і що найстрашніше, і травмуються, і гинуть діти. Конечно. И тут, якраз... И здесь цифра. Да. Вот в канун и в день Дня защиты детей звучали совершенно разные цифры. Кто-то говорил о 68 погибших детях. Но эта цифра недостоверная. Это я говорю абсолютно ответственно. По ресурсам ДНР только у них погибло свыше 70 детей. По статистике подконтрольной Украины в Донецкой области порядка 60 человек. Но у нас есть еще Луганская область. А есть те случаи, которые мы узнаем, о которых мы узнаем спустя, может быть, 2-3 года. Многие пропали без вести. Но самое страшное, что дети втягиваются в военный конфликт. Дети принимают участие в военных действиях, как с одной, с другой стороны. И вот это грубейшее нарушение всех прав детей, согласно Конвенции ООН о правах ребенка. Потому что говорить о мире, все способствовать наступлению мира – это право ребенка. И уже сейчас возник новый термин «детская дипломатия». Принимать участие в военном конфликте, привлекать детей в этот конфликт – это преступление. Преступление перед детством, перед человечеством, перед будущим. Вплинути на таких, на детей, на тех, кто их підштовхує до цього? Я думаю, наступит время, и многое получит оценку. Обо многих фактах мы узнаем, обо многом мы узнаем.
И заслуженное наказание получат те, кто причастен к тому, что война была развязана, и все-таки возвращаясь к теме детства, и что больше всех в этой ситуации страдают дети. Можно по-разному говорить о взрослых, о тех, кто принимал участие в референдуме, кто не принимал участие, кто подталкивал и кто способствовал. Это тема не сегодняшнего разговора. Да, это взрослые. Но дети здесь ни при чем. И детей нужно поддерживать, детям нужно помогать, детей нужно спасать. Зачастую спасать. Ну, честно кажучи, вам це не просто дається. Мабуть, що. Ну, ви знаєте, я думаю, що любому чоловіку, сообществу людському, которое занимается делами больше, чем разговорами, достаточно тяжело. Говорить всегда проще, обещать всегда проще, работать сложнее. Ну, ничего, работаем. Так, и вот ваш погляд на тих, хто говорить, говорить і нічого не роблять. Причому в нашій команді таких нет. Таких людей не уважаю, в ближайшем окружении не держу. Моє отношение. А команда велика? Команда небольшая, но команда единомышленников, команда людей, которые умеют, которые знают, которые хотят и у которых есть результат. Это выходцы в основном из Донецкой, Луганской области, которые вынуждены были тоже уехать. Ну, работаем. Вот они так працюют плідно. Це що, педагоги, економісти, фахово? А ви знаєте, різні є, і соціальні працівники, ага. І медики, і педагоги, і журналісти. Ну, абсолютно різний контингент. Головне, щоб він не був безразличен. Головне, щоб він воспринимав чужую боль, як свою. Ну вот пока были, конечно, и кадровые ошибки, и люди, которые приходили и говорили, что да мы вперед, ну, не получалось, прощались и идем все равно дальше, потому что, ну, это наше обязательство перед Родиной, это наше обязательство перед Донбассом, это наше обязательство перед детьми, потому что мы все в ответе за детей. Вот это основное то, что... На том боці вот сприймают вашу работу, как? Вы знаете, мы не работаем с неподконтрольной территорией. Там достаточно сложно организовать работу. Я просто знаю, что там знают про то, что вы... И... Кто-то знает. Так, я так. Думаю, что знают. Ну, вы знаете, мы не делим... Вот я не хочу делить. Та территория, вот, эта вот, территория. Вот. Есть территория Донецкой и Луганской области. Есть территория Донбасса. Вынуждена она разделена линией соприкосновения. Наступит момент, этой линии не будет. Колоссальная работа помочь выжить в нынешних условиях. Потом наступит этап реинтеграции. Как соединить людей? Тех, этих. Те обижены, эти обижены. Как потом восстановить все то, что было разрушено, начиная от связей семейных, связей дружеских, связей межличностных и до восстановления инфраструктуры. Вот мы начинаем работать с людьми на этой территории и говорить, что нельзя делить. Мы все едины, мы народ Украины. Это самое основное. И у вас, ну, у вас идея какая? Вы через детей объединяете? Це найбільш плідна, по-моєму, ідея. І, ну, і пытаемся. Проект пытаемся. Результат будет, наверное, после того, как закончатся боевые действия, когда люди начнут возвращаться. Сейчас самое основное, чтобы люди начали возвращаться после завершения войны на Донбасс, потому что его придется восстанавливать, его придется отстраивать. В старом виде все понимают, что Донбасс быть не может. Он должен быть новый, с модернизированной промышленностью, с хорошо развитой экономикой, он должен идти вперед. Вот без движения вперед это очень сложно. Но сегодня вот мы работаем с тем, что есть сегодня, а завтра это будет завтра. Но кирпичики, фундамент завтрашнего дня закладывается сегодня и закладывался вчера. А дальше посмотрим. Будем дивитись, але да. Ви працюєте ще, багато хто з батьків воює на боці в Збройних силах України, багато хто вже з дітей якраз в цій війні втратив таких. Як з такими, ну, у нас кажуть, що начебто держава героям приділяє увагу, але я сам знаю, що далеко не всім. По-всякому буває. От як?
И вы допомагаете. Ну, вы знаете, мы не делим детей, вот, его родитель принимал участие в боевых действиях, либо его родитель работает и своим трудом в мирной жизни помогает содержать экономику. Да. То есть вот мы эту разницу не делаем. Вот для нас дети – это дети. Вот просто дети. Давайте отвлечемся от того, кто их родители. Дети не выбирают своих родителей, правильно? И как не выбирают родители детей, у кого-то талантливые, у кого-то не очень, но дети не несут ответ за своих родителей. Поэтому вот этот принцип положен в основу деятельности, и мы помогаем детям, которые попали в сложную ситуацию, и которым нужно дать толчок, чтобы их развитие пошло вверх. Поняла, Лена. Ну, я тільки побажати вам успіхів в такій роботі, тому що оце люди скромно, спокійно роблять свою роботу. Є стратегія, є плани, є бачення майбутнього. Хотілося б всім це, так би мовити, волонтерський рух. А от державним інституціям, які зайняті розбудовою держави, такого ж бачення майбутнього і такого ж людського підходу до кожного пересічного громадянина України. Спасибі вам ще раз. І вам ми дякуємо за увагу і розуміння, шановні телеглядачі. До побачення.